Сегодня в Минске курсанты-пограничники принесли клятву на верность родине и впервые в числе новобранцев представительницы прекрасного пола. Поступив в Институт пограничной службы, все уже успешно прошли курс молодого бойца. Будущим офицерам пришлось сдавать нормативы, рыть окопы и совершать марш-броски. Сегодня курсанты показали навыки строевого шага. На площади государственного флага главные для каждого военного слова произнесли 88 человек. 18 из них – девушки. Мечтала, как бы мечта с детства, и больше не представляла как бы себя в какой-то другой профессии. Это шло с души. Изначально было сложно привыкнуть к этому всему, вставать утром, нагрузки физические. Так, в принципе, неплохо. Очень даже понравилось и интересно. Есть что вспомнить, по крайней мере, есть что рассказать. Военнослужащие женского пола показали себя так же доблестно, как и наши юноши при прохождении курса молодого бойца. Они действительно были в некоторых моментах даже на голову выше. Было видно их старание и желание учиться в нашем институте. Можно сказать, что военнослужащие женского пола – это по-настоящему сильный пол в наших пограничных войсках, в нашей пограничной службе и вооруженных силах. Ранее напомним, для вступления в ряды пограничников девушкам с высшим образованием нужно было пройти специальные курсы подготовки.